Здравствуйте, дамы и господа. Добрый вечер, леди и джентльмены. Говорит и показывает Москва. Ну а конкретно стадион «Спартаковец». И, на мой взгляд, опасные, да, футболисты. Не стоят столбами, а набегают на этот мяч. И вновь третий раз уже на стандартах очень опасен. Именно третий номер Максим Егоров. Той стороной, да, то... Ой, какой перехват! Ну-ка, Бирюков, это супер шанс, надо забивать. Да, это легко, это ошибка кошмарная, конечно, такое не прощается. Ну, ну и, естественно, такой техничный игрок, как Бирюков, не прощает. С левой ноги в дальний угол, не на силу. 1-0. Это подарок хозяевам, безусловно. Ну, все правильно делает, только немножко заторможено. И удар неплохой. Не знаю я, почему не было удара по воротам. Мне показалось, что коридор, видимо, перекрыт был. Вот момент будет сейчас слету. Эх, не попал на подъем, да. Первый тайм склоняет в пользу именно хозяев. Неплохая контратака. Опа, заработал, заработал, безусловно. Ну, вот тут я бы, честно признаться, поспорил с рефери. Мне не кажется, что это нарушение на желтую карточку было. Ну да ладно, он в своем праве. Он там ближе к мячу, ему и принимает решение. Но то, что штрафной удар был, это безусловно. Обвел, да? Опасно было? Ну, наверное, да. Свисток можно. Артем разбегается. Удар, все как я и говорил. Ох, почти. Ну, почти, почти, да. Неплохой момент под занавес первого тайма. Замен не было и так далее. Ой-ой-ой-ой-ой, позиция опять у Борисова. Вот это концовка! Да! На то и рефери, чтобы принимать такие тяжелые решения. Он показывает на 11-метровый. Свисток можно, разбег. По центру мощно, плотно развел голкипера и мяч по разным, скажем так, углам. И сразу после этой реализации звучит свисток на перерыв. Автор забитого мяча Даниил Борисов. Счет после первого тайма как бы намекает. Да, можно говорить, ух, хорош. А на выходе, как здорово кулаками Роман Фомин сейчас сыграл свою игру. Возможно, через это, раз не идет с игры, значит, на стандарты надо налегать, в конце концов. Но пока они вынуждены обороняться, и это, ой-ой-ой, как опасно. Дать простор Бирюкову, который сможет за счет этого освобождаться от игроков соперника. А пока идет, таранит оборону просто по уже зоне левого инсайда Даниил Борисов. Угловой удар. Удар с лета, ой-ой-ой, красота какая. И удар хорош. И тигром просто полетел в правую от себя девятку голкипер Родины. Браво, Роман, это было очень круто. Забирает рукой. Спокойно, нужно сыграть первым быть. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Не-не-не-не-не, так не пойдет, так не пойдет, так не пойдет. Ну это, конечно, очень странное поведение, мягко говоря. Не хотелось бы, конечно, никого осуждать, но вот я, как старорежимный, что называется, уже достаточно возрастной болельщик, подобного не одобряю. Свисток рефа. Нарушал Гарибян правила, цеплялся за соперника руками. И тут же в этот момент сразу практически звучит тройной, столь характерный для главных арбитров в футболе свисток, возвещающий нам о том, что эта встреча завершена. Футболисты Родины 2 победили сегодня со счетом 2-0. Что ж, на этой позитивной ноте давайте говорить друг другу до свидания. Эту встречу для вас работал Денис Андриенко, наша дружная творческая бригада.